Крутяк. Чувак, они тебе как бы намекают, чтобы ты нажал на эту кнопку и поугарал над их братюнями. Смешлявки тебе обеспечены, пупсик. А-та-та! Хей-хей, пузырьки, с вами Серч, и мы продолжаем играть в крутую игрушку GTA Vice City. Значит, я возвращаюсь, когда завершишь все задания гаитян. Так, я не понял, мне в предыдущий раз такую же хрень написали, как и сейчас. Это, наверное, намекает на то, что я что-то где-то не сделал. Но, чуваки, я, если честно, не понимаю немножко, какие задания я не завершил у гаитян. Единственный вариант... Вот этот значок непонятный, который находится вдалеке слева на радаре, напоминающий человечка. Возможно, это и есть какие-то гаитяны, хотя давайте я лучше посмотрю на карте. Так, легенда. Гаитяне, да, действительно, это гаитяне и кубинцы. А, понятно, то есть гаитяне и кубинцы, насколько мне известно, они... враждуют между собой, а я такой весь хороший, играю, собственно, и за тех, ну, то есть работаю и на тех, прохожу миссии за обе группировки. Ну, все правильно, нужно везде иметь свои связи. Так, здесь я смогу проехать, нет? Да. Окей. О, хера, там какая-то пуха была. Оружия у меня нету, поэтому это будет как раз-таки кстати. 30 на 30. Маловато, конечно, но более-менее вроде. Итак, что мы видим? Мы видим порошать... Кто? Порошачки? Привет! Привет! Входи, милок, и успокой свою душу. Ты должно быть тот большой страшный дядька, о котором постоянно болтает мой дед. Как не придет, только и слышны разговоры о тебе, да о тех, кто тебя ищет. Мы все уже давно мертвы, но ты не хотел бы я быть на твоем месте. Мне сообщили, что я должен прийти сюда. Вот значит так. Раз назвали твое имя, значит нужно именно... Значит, нужен именно ты, не так ли? Теперь дай сказать тетушке Пуле. Может, амулетик какой подкинет, али еще чего. Дать тебе какую-нибудь магическую фенечку, чтобы ты покинул ее чудо. Но это все очень... Что-то дать? Мне кажется, я адресом ошибся. Помилуй, Томми. Кубинцы противные, гордые пижоны. Заставляют моих милых гаитянских мальчишек недобрительно что-то там. Давеча они сказали полицейскому, они подумали, что это наркотики. Вот же тупые, сука, бич. А теперь будь хорошим мальчиком, Томми, и достань тетушке Пули и ее порошочки. Да, да, конечно, конечно. Какие у нее сиськи? Зачет? Зачет за сиськи, пацаны. Лайк за сиськи. Лайк за сиськи, как говорится. Копы приближаются к нашим к нашим тайникам. Быстрее, ты должен их опередить, мазафака. Понятно, короче, мне нужно сейчас в прямом смысле слова не дать копам взять наркоту. Я, конечно, не знаю, что она имела в виду под словом порошок, порошочечки. Что-то как-то ласкать, ну, уменьшительное для слова порошок. Так, туда ли я пришел, туда ли я попал? А как мне туда попасть? Чуваки, я не знаю. Так, нет... А, вот, это находится наверху. Нихера, гидравлика, смотрите. А чё она? Подождите. Во, во, смотрите, смотрите, смотрите. Опа, крутяк. Так, хорошо. Надо понять, как мне залезть наверх. Наверное, тут должна быть какая-то лестница или что-то в этом плане. Так, меня это напрягает. Мне нужна... А, вот, всё ж понятно же. Так, это первый чемодан, видимо... Не вздумай пошевелиться, чурбан. Отлично, теперь забери следующий. Ух, нихера, мазафака. У меня одна минута для того, чтобы собрать... Уай, тут еще и менты. Одна минута, чтобы забрать гребаный мешок, а за мной гонятся менты. И один спрыгнул ко мне. Ай-яй-яй, все, я успел. Так, ну, благо они находятся фактически друг рядом с другом. У меня, конечно, есть вариант... ввести чит-код от ментов, но это будет не так эффектно, и это не будет... это будет не так эпично. Так, 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 отлично, теперь забери следующий. Твою мать, 4 звезды! Сука, они же меня сейчас убьют. О, полегче, полегче, полегче. Я вижу от ментов. Так, 3 звезды мигает, это уже хорошо. Это значит, что мне нужно поменять машину, потому что у моей предыдущей сдулись нахрен все колеса. Так, 3 звезды, это уже хорошо. 3 звезды намного лучше, чем 4. С вами Капитан Очевидность. Твою мать, что они делают? Сука, они вынуждают меня ввести код Ливмиэлон, но я не буду этого делать просто так, чуваки, нет. Нет, у меня 30 секунд, я должен успеть. Если я не успею, будет это, сука, будет очень печально. Занос в дрифт, бич! Сука, почему он так долго едет с жопой назад? 20 секунд, ребята. Ну какого, мать твою, хрена?
Блин, чуваки, я сейчас буду вводить этот код, если ни хрена не получится, потому что 14 секунд, мазафака! Так, нет, нет, это... Leave me... Так, стоп. Leave me alone. Так, все правильно? Сука, неправильно. Да. Какого хрена? Leave... Так, стоп. Leave me alone. Сука, неправильно. Leave me alone. О! Сука! Я же ввел чит-код от них! Какого хрена? Так. Я не понял, правильно я все сделал или нет, но я только не понял того, почему эти засранцы на меня продолжили агриться. По сути дела, я мись... Так, стоп, ты не за мной? Нет, ты кого-то решил остановить. Кто-то превысил скорость, и он решил побежать по дороге. Хеллоу! Это он так поздоровался. Получай, ублюдок. Фаталити! Прикончи его, сделай брутальти, пупсик. На, получай, ублюдок, в рожу. На, получай еще. Невозмутимый коп отлетел в сторону, сдох, выкинул оружие, которое я подобрал, и все, в порядке, чуваки. Такой вальяжной походочкой. Так, спокойно, не торопясь, задание выполнено. Всего один косарь, какого хрена? Мне нужно больше. Мне нужно больше, так, поэтому я сейчас еще одну миссию выполню здесь. И миссия будет называться как? Сбросить бомбы, бич. Ой, простите, я, кажется, адресом ошибся. Ну, можешь отдохнуть здесь, я заодно и чайку попить. Ты что-то мне принес, Томми? Ага. Это место кажется мне таким знакомым, запах из детства. Дежавю. Томми, я прошепчу тебе на ушко одно заданица. Слушай внимательно, лады? Кого ты вы мне напоминаете? У кубинцев есть быстрые лодки. На них они перевозят по морю наркотики. Эти лодки — их кислород. Мой племянник сделал самолетики с бомбочками, чтобы уничтожить их. Возьми их и разнеси лодки в щепки. Бич, мадафака. Попил чайку и отправился на работу. Спасибо за чай, бэйби. Бэйби. Бэйби, такая шикарная бэйби. Так, отправляйтесь к фургону с самолетиками. Чуваки, что-то мне намекает на то, что эта миссия будет такая же мозговыносительная, как и предыдущая миссия с самолетиком, но будем надеяться, что это не так, потому что если это будет так, у меня просто не хватит нерв, чтобы ее пройти целесообразным образом. Так, топ-фан, мазафака. Убей кубинцев, бич. Это я все понял, но каким образом... И уничтожь их лодки. Всего 3 лодки, или мне придется. Так, стоп. Стоп. Это очень плохо. Это очень плохо. Так, я. Сука, это не так просто, как мне казалось, но благо я научился ездить. Благо я научился летать. Какой ездить? Так, только я не помню, каким образом мне сбрасывать эти бомбочки, наверное, на Ctrl. Самолетиков 2. У меня 2 самолетика осталось. То есть, если я загандоню один из самолетиков, мне придется очень туго. Сука, я забыл посмотреть, на какую кнопку мне... Воу-в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 оу. А, так. Кубинцы пытаются скрыться. Не дай ему... я чуть, сука, не слил этот хренов самолетик. Так, слабый сигнал. Вернись. Понятно, мне нужно... долететь, видимо, до этих засранцев. Понятно, ребятки, это одна из мозговыносительных просто, сука, миссий, потому что... Блин, надо на опережение сбрасывать эту сраную бомбу. Так, загандонил? Да не загандонил, а вот, вот печально, а. Так, ладно, давайте я лучше сначала пролечу сюда, потому что здесь также есть какие-то незагандоненные места, только вот что мне здесь, кого убить? Наверное, самих кубинцев. Окей. Взрыв. Да, так и есть. Мне там надо было... Понятно, короче, здесь нужно загандонить самих кубинцев. Вот у меня остался еще один засранец. О-о-о-о, полегче, полегче. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, чуть не слил самолетик. Но так как у меня их 2, я, конечно, постараюсь с первого раза пройти. Это, знаете, как будет с предыдущей миссией, которую я прошел с первого раза. Я был вообще просто шокирован тому, что я прошел ее с первого раза. Когда я играл в детстве в GTA Vice City, мне требовалось очень много попыток для того, чтобы ее пройти. И в итоге я ни хрена не прошел. Но эта миссия, она, кажется, намного сложнее, потому что здесь нужно подстроиться под этих кубинцев, под их лодки и аккуратно скинуть, собственно, саму эту бомбу на эти лодки.
Ну ладно, благо у меня бомбы бесконечные, потому что если бы у меня еще и был счетчик по бомбам, было бы очень печально. Так, смотрите, как я придумал. Смотрите, смотрите. Смотрите, оп! Сука, не попал, бич. Понятно. Надо что-то менять, надо менять тактику. Ну, сука, ну почему этот хренов самолетик так долго разворачивается? Так, они сели на мель. Давай, давай, давай. Сука! Я не загандонил ни себя, ни их. Ну, в смысле, я загандонил их, а не себя. Понятно, у меня остался один самолетик. И мне очень далеко до них лететь. Это печально будет, если они загандонят до последнего самолетика. Единственное, что меня смущает, я не понимаю, остался у меня один или два. Но, судя по всему, остался один. Потому что иногда, знаете, типа, осталось ноль самолетиков, а у тебя есть еще и один. А, смотрите-ка, они плывут обратно, это хорошо. Давай, на опережение, пупсик, давай, взорвись! Ну, сука, слишком высоко я, видимо, был. Понятно. Если они плывут обратно к своему особняку, это очень здорово, потому что в этом случае я смогу просто к причалу сбросить эту хреновую бомбу. Так, ладно, раз, два, три, погнали. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, ну, попади, ну, давай, ну, давай. Ну, сука, ну, почему ты так хреново далеко летишь, хреново бомба? Сука, очень печально. Сейчас главное не зафейлить. Я прям, знаете, хочу одним выстрелом убить сразу двоих. Сука, как мне миссия-то уже... Ну, какого х... О, да, детка, чуваки, я загандонил практически... Ну, осталась одна лодка, осталась еще одна лодка. А, здесь, я думаю, можно пожертвовать самолетиком и попытаться загандонить эту лодку вместе с самолетом. Ой-ой, не попал. Очень печально. Хорошо, хорошо. Сейчас развернемся. Главное, чтобы в меня не попадали с этой сраной базуки. Ой, не базуки, а с этого пулемета или чем они там пользуются. Так, ладно, ладно, волю в кулак и погнали, чуваки, погнали. Сейчас я должен попасть, но я и попаду. Я уверен, что я попаду. Да, детка, я сделал это. Я, просто четко, чуваки. 2000 мне дали за эту прекрасную миссию. Осталось доехать до... Чего там, до чего мне там доехать? Я что-то какой-то бизнес здесь купил прямо неподалеку. Вот эти вишенки, осталось только сохраниться. И да, детка, я выполнил сразу две миссии. У меня 96 хипов. Я, конечно, пришлось попотеть мне с этим сраным самолетиком. Но я это сделал, я просто горжусь собой. У меня получилось пройти вторую миссию с самолетиком с первого раза. Это очень круто. Так, сохраняем, не туда. Я что-то не туда сохранил, мазафака. Так, сохранить, окей, окей. Ну что, чуваки, смотрите, написано «Мистер в Хупе». А, Вупи, я думал, если бы там написано было «в хоре», то переводилось бы как «Мистер проститутка». Ладно, чуваки, спасибо большое за внимание. С вами был Серж, с вами была игра GTA Vice City. Пальцы вверх, комменты вниз, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Также вступайте в группу ВКонтакте. До скорой встречи. Чувак, ну ты это, ну, как бы, не забудь нажать на эту кнопочку, тебе же как бы намекают на это, ну, давить.